Бусил крыло на хилиу над полем, вечер пришел тихой колыханкой, и расцвела зорко миловица над дорогой любой сторонкой моей. Зори глядятся в крыницы, моя миловица, край мой прозристый отрос, а кромня уберос, земля, где почался мой лёс. Белая Русь, я твоя частинка, пуще твоей тонкая галинка, поля твоего колосок житневый, кропля твоих речек живою водой. Зори глядятся в крыницы, край мой, моя миловица. Начался мой лёс. Будут звенеть сребро струн на гусли, будет кружить понад полем бусел, будет с крыниц бить вода живая, Мара моя, мать моя, Беларусь. Зори глядятся в крыницы, край мой, моя миловица. Начался мой лёс, край мой прозристый отвоз, от кромня уберос, земля, где почался мой Добрый вечер, Гомель. Замечательная песня открыла нашу программу Тамара Макушинская. Дорогие друзья, лето на дворе, самое время для путешествий по родному краю. Разглядывая сегодня карту нашего региона, я вспоминала все самые интересные знаковые места и туристические объекты Гомельской области и поняла, что они запоминаются своей красотой, неповторимостью, самобытностью, но потом уходят в тень заграничных курортов. Почему-то мы о своей сторонке помним меньше желания побывать на море, но все-таки
наверное, превалирует. Дорогие друзья, сегодня в ходе прямого эфира я предлагаю вам поговорить о путешествиях по родному краю. Звоните нам, пожалуйста, в студии 34-22-43, номер нашего телефона. Мы работаем в прямом эфире. Рассказывайте, где на Гомельщине вы хотели бы побывать или где на Гомельщине обязательно стоит побывать. Может, вы такие места знаете. Присоединяйтесь к нашему разговору, в Вайбере. Номер вы видите на экранах. Ну, а для начала я хочу вас познакомить с Тамарой Макушинской. Тамара, добрый вечер. Добрый вечер. В каких районах области вам приходилось выступать? Я думаю, что во всех. И за границей, да, Белоруссии, и в пределах Белоруссии, да. За границей по всей Европе. А сколько лет длятся вот эти гастроли? Сколько лет вы уже ездите? С 4 лет на сцене. Очень здорово. Вот это аплодисментов достойно, точно. Да много. Как себя помню? Лет-то 55 добрых. Прекрасно. Это прекрасный голос, это прекрасные песни. Это наверняка очень яркие, очень активные приемы вас, как исполнительницы, так? Да. Скажите, пожалуйста, Тамара, а вот на что в жизни человека влияет тот момент, что в жизни присутствуют путешествия, какие-то интересные места, новые впечатления и факты? Вот если человек этого не делает, то... Ой, мне кажется, он такой бедный душой. Это человек, который ничего не видит. Что больше видишь, что хочется еще больше, больше, больше. И дело в том, что куда-нибудь я приезжаю за границу или где-то в России или у себя, я всегда сравниваю свою маленькую родину. А, кстати, где ваша маленькая родина? Калинковицкий район, деревня Каплич. Всегда я рассматриваю, вот что в моей деревне, где мне дорога каждая травиночка, каждый кусточек. Тамара, скажите, остались ли в Гомельской области те уголки, которые бы вы обязательно хотели посетить? Ну, конечно, свою родную деревню. То есть туда можно ездить бесконечно, правда? Бесконечно, в любое время я бы с удовольствием при возможности попадала, хотя у меня там уже почти никого не осталось. Но все равно этот уголок мне дорог. Ну, конечно, там каждая травинка, каждый листочек, правда, да. Каждый домик, каждая стаинка. Спасибо большое. Дорогие друзья, мне приходилось слышать от гостей, что в Гомеле для туризма сделано многое, что в вопросах имиджа города Гомель уже может смело давать консультации своим соседям. Однако ведь не только областным центром гордится наша земля. У нас немало туристических объектов, о которых стоит узнать в подробностях. А вот сделать это помогут наши гости. Знакомьтесь, пожалуйста. Виктория Заяц, заведующая отделом научно-просветительной работы и связям с общественностью Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Виктория, добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Скидан, краевед, художник-реставратор Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Федора Шклярова. Добрый вечер. И Виктор Шипков, краевед, милиционер. Вот так, кратко. Все правильно. Вот так, отлично. Такой вопрос. Скажите, как вы оцениваете заинтересованность жителей Гомельской области вот своими достопримечательностями? Ну, я бы сказала, такой интерес стал в последнее время развиваться особенно. Немножко идет. Ну, последнее время это сколько, Виктория? Это месяц, годы? Последних года два. Раньше меньше так было заметно, а именно в последнее время стали чаще ходить в музей. И не просто ходить в музей, чтобы посмотреть музей, а спрашивают о тех же церквях, которые у нас были, макеты смотрят, и все, неужели они у нас были. То есть видно, что интересуется просто историей города Гомеля. Я смотрю, прибавилось вот у филиала Ветковского народного творчества посетителей. Раньше было поменьше. Вот мы, соседи, замечаем часто. Смотрю, не больше танцуют уже вот по вечерам. По парку даже просто люди. Людей прибавилось просто гуляющих по парку, гораздо больше. У нас проходят мероприятия для тех, кому зам, их так называем, вот по вечерам, в субботу, воскресенье. И если раньше было так человек 100
ну, вот на, то вот в это воскресенье я шла, у нас пол парка, это все была дискотека. Там человек было 300 точно, может и больше. Очень здорово. Вот именно последнее время. Последнее время вот именно какой-то патриотизм такой к своей родной стране. Очень много студентов приходят, тоже спрашивают что-то там про город. Даже такие вопросы задают, о которых я сама никогда не слышала. Никогда. Но это подвигает вас интересоваться. Да, конечно, конечно, конечно. Тут же фонды, тут же в какие-то архивы, тут же вот откуда они могли это услышать. То есть поэтому вот именно последнее время. Раньше такого, когда открывался музей, такого не замечали. Виктория, вы знаете, уже есть у нас первый телефонный звонок, хотя даже вопрос эфира не звучал. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы вас приветствуем. Мы вас приветствуем тоже, Елена. Зовут Тамара вас? Тамара Григорьевна, уважаемая. Вас приветствует Наталья Росошко. Наталья. Большой привет, рада видеть, особенно Тамару Григорьевну, слышать ее прекрасный, ее волшебный голос. И я хочу ответить на вопрос, что в Беларуси есть куда съездить, и по нашей области я всем советую посетить Чечерск, Туров, Ветку, Добруш. Вот вы так Тамара точечно. Тамара Григорьевна, можно поехать по всей Европе в составе коллектива. Спасибо, Наталья. Очень приятно слышать вас. Скажите, а вы в Гомельской области уже везде успели побывать? Вы ведь тоже к культуре имеете отношение. Почти даже в нескольких местах по несколько раз. Да? А где хотели бы побывать именно на Гомельщине? Я еще не была в Жлобине. Так. Вот в Красной... Красный берег. Будет точно хотя бы побывать, посмотреть. Вы знаете, если хватит времени, сегодня Виктория об этом будет рассказывать. Вот она наверняка отметит, что там обязательно стоит посмотреть. Наталья, спасибо вам за ваш звонок. Всего доброго, хорошего вечера. Будьте с нами до самого финала. Вот. Итак, мы сказали, что это очень радует интерес гомельчан, жителей области, и не только к тем достопримечательностям, к тем особенностям, которые хранит наша земля. Ну вот скажите, я уж коль про Дворцово-Парковый, давайте, про парк, здесь такой вопрос, Виктория. А вот для вас, как для сотрудников Гомельского Дворцово-Паркового, остались еще какие-то тайны? Вы открываете для себя? Ну, конечно. Этим занимаемся постоянно. Научные сотрудники постоянно выезжают в архивы. Сейчас вот Санкт-Петербург очень часто, потому что там в основном хранится документация нашего дворца, наших владельцев. Конечно, что-то новое ищем. Вот наша Татьяна Федоровна Литвинова, всем известная, большую работу провела, фотографии нашла в Эрмитаже, как выглядел наш дворец. Все это долгое время мы не знали, вот когда, допустим, открывали музей. Вот. Последнее у нас осталось, ну как не последнее, одно из таких самых наших тайн. Это, да, да, это мы очень хотим это найти, все стремятся к этому, везде ездим, смотрим. Нигде не можем найти документа, когда родилась наша Ирина Ивановна Паскевич, наша последняя владелица. Точная уже столько дата, да? Точной даты нету, да. Точной. То есть день и месяц интересует? Да, конечно. Год конечно, известен, конечно. День год и месяц. Уважаемые гомельчане, да. Вот, кстати, мы можем обратиться к жителям да, области? Да, мы уже обращались, быть, да, и мы делали, также снимали передачу у нас в Дни памяти Ирины Ивановны Паскевич, тоже обращались всегда к гомельчанам, да, может, кто-то знает, у кого-то, может, какая-то открытка, потому что многое действительно узнаем, вот приносят, сдают что-то в музей, а там, оказывается, такое на открытках написано, такие интересные факты, что действительно становится целым таким резонансом в жизни города и нашего дворца. Вот, поэтому, конечно, всегда обращаемся, всегда вот просим, может, действительно, что-то у кого-то сохранилось. Уважаемые зрители, знает, пожалуйста, да, вы можете вот как раз поучаствовать в раскрытии дворцовых тайн. Конечно, конечно, да. Наша программа никогда не обходится без вопроса для зрителей. Поэтому я знаю, Андрей, вы припасли для телезрителей. Доброго вечера, Гомель. Пожалуйста, ваш вопрос. Ну, у меня питание тычилось истории архитектуры города Гомеля, и мне бы хотелось задать такое питание глядачам. Оно легкое, я не сомневаюсь, что хутка откажуть. Мы все шануем архитектуру, любим архитектуру города. И у меня питание относно самого старого архитектурного, старожитного архитектурного помника города Гомеля. Вот питание такое. А якому архітектурному помнику, збудаванню города, який знаходиться на території города Гомеля, уже 2500 годов? 2500. Да, это час... при тем, что Гомель был заснован, згодно летописам, 1142 год. Первый раз упоминается. Первый раз упоминается, да. Заснованный так, он так был неведомо, коли уже існував как город в 10-м стагодзе. Але вось реальность, есть таки помник.
часы античности. Шановные телеглядачи, кто откажет? Давайте хоть шесть. Первым правильно на это питание запрошение. Поглубляемся. Запрошение у галерею Гаврила Ващенки. Калі ласка. И оно ваше, калі вы откажете правильно на питание, потелефонуйте первым. Ну что ж, шановные гости, продолжаем. Не сомневаюсь, что посетить дворцово-парковый ансамбль интересно снова и снова тем, кто десятки раз там бывал. На каком уровне, Виктория, сейчас посещаемость? Растет. Нам приятно, она растет. За прошлый год нас посетило 230 тысяч посетителей. Вот в этом году уже идет прирост, вот уже мы сдали, как скажем, наши отчеты, вот январь-май уже 106 тысяч, почти 107. Угу. То есть мы видим, что уже идем в плюсе. Но это туристы или гамильчане? Большинство туристов. Ну, можно даже сказать, если брать мероприятия наши, как участники мероприятий, то половину тех. Вот, но именно вот на экскурсии приезжает больше, конечно, туристов. Ну, в основном Беларусь, вот последний, как я уже говорю, два года последних, именно Беларусь. У нас очень много минчан, очень много Витебск, просто вот витебчане едут к нам очень большими. Из Орши несколько автобусов, и Могилев, он просто лидирует. Столичные жители других районных и областных центров удивляются. Все удивляются, какой у нас красивый город. Вот прекрасно. Просто. Причем очень радует, что последнее время, вот последний год, у нас огромное количество не просто вот туристы, школьники, любители куда-то поехать, а у нас едут, то есть такие высокопоставленные чиновники. У нас несколько раз был наш парламент белорусский, это приезжали уже несколько раз. Да, известные политики наши белорусские, то есть едут именно делегациями, целыми заводами, завод «Горизонт», там, ну, больницы минские, то есть мы очень рады, конечно, что Минск вот открывает для себя Гомель, и всегда с большим восторгом, очень приятно. Их теплые отзывы, наша книга пополняется. Но не открывают только Палацово-парковый ансамбль. Я только хотела сказать, испытать, а какие ши? Они перед Палацовым парком всегда заезжают в ветку. Да я не про ветку, я про Гомель. Что окром Палацово-парка? А что окромя Палацово-парковый? Я хотел запытаться, может быть, так само. Ну, давайте, Виктория. Всегда экскурсия по городу. Перед тем, как посещают дворец, заказывают всегда экскурсию по городу. В ней я узнаю, что они уже посетили Ветковский музей по дороге, посетили по дороге Красный берег, и мы уже как последняя точка. То есть сам дворец Румянцев, экскурсия по это парку. Это уже на закуску. Да, часовня-усыпальница. Сейчас усыпальница после реставрации, посещаемость очень большая. Естественно, собор святых Петра и Павла всегда посещается туристами. То есть, ну, все, что можем, все показываем. И я хочу спытать у Андрея, вы догэтуль вандруете по Гомельской области в пошуках открытий? Ну, як же иначе? Как же сидеть на месте хиба? Радей, конечно, это потребует грозы. Я маю на увазе программные экспедиции, выезды Ветковского музея. Это не просто вандровки самоходные, а это соправная работа. И тому науковая правда? Работа. Мы знакомимся с новыми, наведываем старые поселища, где мы уже побывали, старых людей, которые уже нам знакомы, которые еще живые. С ними одна радость беседовать, размовлять, доведываться, что все новое. Андрей, а у каких районах в области, вот на ваш погляд, цікавинок и знаходок больше за все? Ну, мне подается, что самая, назовем ее такая, археологичная хорда нашей области – это Днепро. Это просто насыщенный археологичными помниками регион. Он зараз протягивает, доследуется. Это Мохов, курганы, могильник и городище. Это чудовнейший зараз Горошковский могильник. Доследуется экспедиция Эрмитажа. Это Хуницкий район, так? Это Речицкий район. Речицкий, я думаю, что на основе Ветковского музея археологичные находки будут в Ветковском музее. Потому что мы на нашей базе доследования, а специалисты Эрмитажа проводят. И это сенсационная речь. Ну, покуль что, конечно, мы не раскрываемся. Вы не маете права говорить про это. Ну что ж, ну, можем, нам удастся хоть что-то выводить от вас, хотя по Гомельщине. И что дотычется того, что вы выучали, уже можно широкому колу глядачов представить. В том смысле, куда можно анонсуйте, да. А, куда можно поехать? Вы ведаете, я завсёды сумую по тем, что, например, похование стрелы – уникальнейший обряд,
нигде в свете не отзначается Гомельщина, Брянщина. И у нас только люди самоходь добираются, шукают можливостей, как поехать, как съехать, выбраться, нема где переночевать, нема сподорожной туристической инфраструктуры. Уже 20 годов это протягивается, и покуль что так оно и застается. И мне ваша дивно. Пропанова, Андрей, зрабить обовязковый тур. Да, безумовно. Так? Это целый туристический кластер повинен быть. Угу. Это прилегающая территория, в этом заденешь. Там вельми цікавая ландшафтная частка, может быть, наведана. Это цікавые обряды. Это плюс, это чудовные люди, это люди с гумором, разумеете, так, и просто так, с ними позносится, это чудовно просто. Ну, я думаю, что Махшима в наступном годе, коли, до речи, хавают страву? Ну, сороковины после Пасхи, Великого дня, так. А вот недавно же был в Усохи-Буде, меня зараз глядят добрушские, видать. Я зараз скажу, Усохи-Буде, проводы русалки. На Граной неделе, после ушестя, после Троицы наступная, проводы русалки. Уникальнейший обряд, где тишиня, только мясовые приезжают. И те, кто сдолил добраться под вечер. Я зразумела. А я думаю, что Витя Шипков зараз скажет, еще и сула у Марковича. У Марковичских, так. Кто туды? Там Марковичах в уголе можно сидеть тыднем, я так думаю. Вот приехал, да их там. И все, и сиди там. Вот. Целый мягкий тур туды можно это организовать. Семьями выезжать, корпоративно выезжать. А не просто вот... Ну вот яны, живые пропановы от удельников нашей программы. Добрый вечер, Гомель, у эфира. Говорим мы сегодня об уникальных объектах Гомельской области, которые обязательно нужно нам, жителям области, посетить. Звоните, пишите, как и куда. Контакты на экране. Вас ждут в нашей программе песни Тамары Макушинской и информация о новых туристических маршрутах, которые ждут вас этим летом. Шарманка поведала старая, эту песню далеких времен, как над Нижнегородской ярмаркой разливался малиновый звон. Карусель кружила без устали и велела и петь, и любить. Эй, ярмарка, ярмарка русская, разве можно тебя позабыть? Эй, ярмарка, ярмарка русская, разве можно тебя позабыть? Оскорбленной была ты и гордою, и с парчи ты была и трепья, и летела над матушкой Волгою разудалая песня твоя. Неугодная, звонкая, грустная, ты прославить могла и сгубить. Ярмарка, ярмарка русская, разве можно тебя позабыть? И богатой была ты, и лапотной, в черном теле была ты добром. И твои здесь рождались шалявины, но тебе что поведать о том? И не английские, и не французские карнавалы с тобой не сравнить. Эх ты, ярмарка, ярмарка русская, разве можно тебя позабыть? Эх ты, ярмарка, ярмарка русская, разве можно тебя позабыть? Под песню, эх, полны полна коробушка, есть и сила.
Тамара Макушинская создает сегодня отличное настроение в программе «Добрый вечер, Гомель». Дорогие друзья, сегодня мы говорим о достопримечательностях Гомельской области. Пожалуйста, звоните, рассказывайте, где бывали вы на Гомельщине, что бы вы нам советовали посетить. Расскажите, о чем вы мечтаете, какие места, в каких местах вы хотели бы побыть именно на Гомельщине. Задавайте вопросы нашим гостям. Андрей, я думаю, что самое время повторить вопрос, почему-то да, поставила в тупик наших, это так недоочно сдавалось, наших да. зрителей. Да, возможно, какую-то подсказочку дать. Итак, вопрос эфира такой. Где находится, в Гомелі знаходиться помнік, архітектурний помнік, якому вже 2500 років. 2500 годов. Треба это иметь на увазе, 2500 годов. Эта территория не так давно вошла в склад города. Так. И, махчима, еще некую, может, ну, мы скажем, что ніякой цеглы там нема. Да, ну, правда? Безумовно. И самого збудования нема. Однако вы его ведаете. Кожный из вас, шановные ведущие. Такое урочище. На сегодняшний час целый район города. Так, так, так. Мне уже подказывают, что больше не треба подказывать. Говорит режиссер. Это просто мы не можем себе дозволить такого. Так что телефонуйте. Тамара, хочу задать вопрос следующий. О чем вам нравится петь? О чем? Ну, о природе, о любви. Ну, вот что мне на душе. Вот о чем такое... поет душа, да, правда? Да, вот, о чем и петь нравится. Да, да. Но у вас белорусские песни, русские. И немецкие тоже. И немецкие даже да. имеются. А какие произведения из вашего репертуара особенно любят зрители? Вот какие проходят на ура, на бис исполняете? Наверное, в разных регионах разные песни. Вы знаете, да нет, я как-то так не заметила, что в разных. Да. Ну вот ярмарку где принимают? Да везде, Белоруссия, везде, везде, везде. Россия в прошлом году пела на фестивале. Ну там вообще на ура сказали. Мы-то уже и такую песню не знаем. Откуда мы взяли? Белоруссия нашли нашу песню. Ну, а так все песни принимают. Я не могу выбрать, что вот где-то в одном районе я одну пою, там... Нет, все ровненько. Тамара, наши аплодисменты вам. Исполнительница, я хочу подключить к нашему разговору Виктора Шипкова. Он у нас и музыкант, он и гармонист, и коллекционер. Интересуется всем белорусским. И, кстати, друзья, милиционер. Сотрудник. Интересуется. Интересуется. Это очень здорово. И, насколько мне известно, вы не один такой, что такая тема есть. Мишват. Есть. Да? Интересуется. Это очень здорово. А как вообще вот стыкуются две темы? Милиция и любовь ко всему белорусскому. Ну, вы ведаете, потребно уметь, наверное, сумешать. Но одно другому не мешая, кажут так. Не перешкаджает, так? Да, не я думаю, что просто тихопая часу милиционерам займаться этой справой. Оказывается, хапая. Хапая, конечно. Иметь еще троих детей. Так само хапая часу. Так, так, так. Виктор, мы тут уже трошки закранули и Рэчыцкий район, и говорили про Гомель. Я ведаю, что вы заусёды отстоиваете интересы Гомельского района. Там, акрамя Марковича, шмат яшчэ чаго можно поглядеть. Нет, так? Кроме Марковича ничего. Давайте. Ну, у Гомельском районе вельми шмат чего можно поглядеть, так. Але, ну, так сталося, что на территории Марковского сельского совета и тех сельских советов, которые находятся навкол его, ну, вельми шмат... Шмат чего? Ну, просто, скажем так... Ну, например, у Гомельском районе есть 6 помников архитектуры и природы, которые внесены в державный список нематериальной и материальной культурной спадщины Республики Беларусь. Вот, например, самый, так сказать, старожитный дравляный храм находится у вёски Старая Белица Гомельского района, так? Так. Ось. А
На территории Марківська и Черетянська сельского совета находятся аж три таких помники. Это Катерининская церква в вёске Гадичева, это Успенская церква в вёске Черетянка, это два помники каменной архитектуры и Дравляная церква Рождества Богородицы у вёсы Глибоцка Гомельского района. Я зрозумела, как бы там ни было, а Виктор усіх запрошає менавіта у Гомельский район. Ну, конечно. Ну, як кажуть, кожна пташка пеє в своїм гнізді, так і славить його. Ось. Ну, окрім цього, у нас так само шмат і курганів, які вельми добре заховалися. І, на жаль, на сьогоднішній день вони не вивчаються. Так що Ветковський музей може і туди к нам заїхати. На Гомельщину, я маю на увазі Гомельський район. Це після Горошкова, правда? Правда, Андрій? Ось, ну, наприклад, курганне, так сказати, перше поселення за вёскою Черетянки, Черетянка у Ворочищі Мошки, так? І у Ворочищі Крещатик, это коли Гадичева, они относятся как помники архитектуры милоградской культуры. Ось. И так само под вёской Глибоцкая, так само есть. Это все, я зрозумела, да. Виктор, но я же ведаю, что вы еще и цікавитесь и обрадами. Сулу водят, водят же, водить, так, сулу, конечно. У Марковичах коли? Сулу водят у Марковичах на другий день Великодня. Так. Ось. И, в принципе, вот это вот... Пахавання стрели на Ветковщині, важення сули у Гомельському районі, науковці відносять це до одної стрельної традиції, яка тягнулася від Великодня до Ушестя. Тобто це час, коли у народі лічить, що у цей час Ісус Христос ходить по землі, його можна зустріти. І ось так склалося, що вводять у нас на другий день Великодня. Я зрозуміла. А сенс який? Коли... Ну, коли глядеть, то раней, може, був сенс некий, так сказати, каб повисить урожайність глеби, так, але... Тепер дожджа хочуть просити, так? Тепер просять дожджа, в принципі, доброго урожая, так, щастя, так сказати, здоров'я своїм односельчанам, каб дітки так само росли, ось вокруг їх, і заводять кривий танок, так, це як символ того, що дітки, ніби маленькі зернятки, так, ось вокруг їх заводять карагод, пеють відмислову обрадову пісню, і як діти ростуть, так і усе, так сказати, і урожай наш буде рости. І хочу сказати, що вже не одно покоління випускників Марківської школи виросло, так сказати, у гетим обраді, так? Тобто обрад у нас, він хоч і був відновлений у 2007 році на базі Марківської школи, так? Зараз він вже перейшов у, так сказати, на ту ступінь розвиття, так? Коли вже випускники Марківської школи самі приїжджають і удільничують їм, підтримують їм. Виктор, самое интересное у нас у Марковицким сельским совете, так? Я ведаю, что у вас коллекция гармоников. Это одна, одна из их, так. Одна из их. Как я наиграю? Давайте оценим. У своей 45 она играет вельми отменно. Так. Ось, потому что майстер тут навод указал год, когда она была на рождение, да. Ага. Так, зрозуміло, 1973. Ну, кількі акордів нам, каб ми оцінили гэта? Танчить. Я ведаю, что... проблема. Вот, я разумею. Так, кидайте, кидайте свой гармоник, давайте майстер-класс. Легенько. Так, давайте, что будем сегодня разучивать? А давайте вам покажу коленце краковику. Давайте. Ось, это, в принципе, и танец, который поширены на всей территории Республики Беларусь, так, и рухи у ем, так сказать, основные, базовые, которые присутствуют в каждом танце, это трехкрок и проходочка. Трехкрок, это... На месте. Раз, тупо. Два, три. Так. Угу. Ось, так, тупо, ну, на месте будем нашу земельку. Зрозумела. Ось. Прошу.
Ось, дзяўчына заўсёды знаружы знаходзіцца. Ось, гэта, так сказаць, аддзельная тэма для размовы. Ну, могуць і дзве дзяўчыны. Могуць дзве дзяўчынкі танцаваць, канешне. Хлопец з хлопцам, гэта ўже, канешне, нешта не так будзе глядзецца, а дзяўчынка з дзяўчынкай, в прынцыпі, добра. Дазваляецца, ну, давайте. Да, дазваляецца. Ось, становімся спачатку так, і калі робім трох крок, крышачку паварочуемся. Тобто, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Цудовненько. А зараз проходочку наперед. Раз, два, раз, два, три. 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 Без музыки ніяковато. Ну, з вами добра танцаваць. Я хачу спытаць у наших гледачоў. Ці ёсць такія, хто б хацеў паспрабаваць кракавяк? Як вы сказалі, каленца кракавяку? Каленца. Давайте. Перша каленца. Ёсць, так, давайте. Дзяўчаты. Так, так, Татьяна і Валянціна, калі ласка, дзяўчаткі. Запомнілі ўсё? Да. Давайте. Я кажу, три прихлопы, три притопы і танец гатов. Правильно? Малайцы, малайцы. Проходьте, калі ласка. Я думаю, что сегодня все вывучили кракавяк и дома змогуць паўтарыць кожны з гледачоў. А мы проверим. Калі прыйдуць к нам на танцы ў філіял Ветковскага музея. Зразумела, добра. Па суботам і нядзелям. І ў які час? З 15 до 18. Так, добра, дзякуй, Віктор. Запрашаем усіх. Цудоўна. Я хачу у Вікторіі спрасіць вот буквально тезисно, потому что у нас в Гомельской области так много всего можно посмотреть, правда? Да. Вот съездили мы в Гомельский район, съездили в Речицкий, заглянули на Чечерщину. А сейчас давайте отправимся в самый далекий район. Это Житковичи. Наверняка давайте. Туровские кресты многих привлекают. Конечно. Туровщина, я всегда ее называю «святая земля Гомельщины». Эти все, как мы говорим, чудеса, можно сказать, происходят. Крест растет из-под земли, вроде второй начинает уже расти, приплыли против течения. Все связывают вроде как с деятельностью Кирилла Туровского, многие склоняются к этому. Места просто удивительные, кроме того, что там можно послушать настолько интересные истории, как что здесь было раньше, и что город Туров, второй как бы старожитный город нашего и Беларуси после Полоцка, увидеть останки старинной церкви, посетить Борисоглебское кладбище. Там собор прекрасный, кафедральный, отстроен, новый, но очень такой красивый. Просто, даже если всего этого не смотреть, а просто полюбоваться там этой природой, ну, замечательные и места. И просто пройти по улицам, да, там, и мне подается, что осенью... Андрей скажет зараз про драуляную архитектуру. Зразумела. Якую загородили металлопрофилем? Мне подается... Ну, это ж, вы разумеете, это ж... Нет, я не разумею. А, вы не разумеете, як гісторык. А глядзіце, кожны гаспадар, што ён хоча бачыць? І ён хоча бачыць прыгожы дом з яго пункту гледжання. Вось гэта прыгожа, гэта як раз той самы сайдынг, да, і металапрофіль. На сённяшні час так, з назвай Евро. Незразумела, чаму Евроакно, Евровагонка, да? А в Європі такого і блізка не ведаюць. Адкуль воно прыйшло, мы не ведаем. Я разумею, що вам рыхтавацца не трэба. У нас ёсць адказ на питання. Давайте послухаем і протягнем. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Людмила. Людмила, очень приятно. Вы гомельчанка или жительница какого-то другого района? Нет, я гомельчанка. Так, готовы ли вы ответить на вопрос, который задавал Андрей Скидан? Ну, попытаюсь. Не очень готова, но буду пытаться. Так, Людмила, давайте. А можно озвучить еще раз? Вопрос, Андрей, пожалуйста, для тех, кто не слышал. Який помнік, якому помніку на території Гомеля уже 2500 годов? Я маю на увазі архітэктурны помнік. Ну, самога збудавання вы не ўбачыце. Вось гэта. Ну, тым не менш, гэта архітэктура. Гэта помнік. Калі ласка. Ну, я думаю, што
что это дворец Румянцевки-Паскевичей. 2500 годов. Ну, очень приятно. Ну, это довольно... Глядите, самое... Вот что значит палац. Он все закрывает. Чакайте. Дякую, Людмила. Спасибо. Дякую вам за отказ. Это ваша первая спроба. Вы можете еще раз нам потелефоновать. Справа у тым, говорить як. Самый старый будинок у Гомелі. Які? Центральная частка палаца. Упускают просто слово каменный. Мы всегда на экскурсиях говорим каменный. Говорим, да. То есть первая каменная постройка, конечно. Да, она, Андрей, я так думаю, что нам первым протягнуть туровскую тему. Еще треба нагадать, что шановные, у гэтым месцы, побач с гэтым помником, які мае больше як 2000-годовую историю, да. Так, знаходится абсолютно новый жилый микрорайон. Отказ шукайте там. Телефонуйте 34-22-43. На что звернуть увагу на туровской земли? Подкажите, что на гэтые фронтоны, что там еще можно побачить, Андрей? Ну, сама архитектура, архитектоника дома самого. Самое цікаве в туровском доме, конечно, это фронтоны. Это надзвычай цікавое декоративное полотно. Это консоли выпускные, на яких трымается фронтон. И сама збудаванне дома, она не зведывала зменаў шмат сотен годов. И тому эта архитектура сапраўды одна из самых знаковых на Полесе. И вогуле на Беларуси. Я раю всем поехать в Туров, и калі вы будете просто в Турове, звернуть увагу менавіта на забудову звычайных звычайного приватного сектора. Уже после того, как вы поглядите на Борисоглебских могилках, так, крыжи, побудете у церквах, узнимитесь на холмы на гэтае, так, обовязково пройдите по звычайным улицам. Виктория, але ж яшчэ ёсць і самая вядомая вёска, Пагост, она так само у Жыткавіцкім районе. Да, недалеко от Турова, да, совершенно рядом. Но говорят, что она интересна именно зимой, там коляды, уникальный, конечно, обряд. Неужели летом там нечего смотреть? То же самое. Летом просто прогуляться, просто посмотреть ту же забудову. Остались тоже там и дома такие интересные очень, с этими окошками вырезными. Там она так расположена, что две реки и одна река, как сами они объясняют, те, кто там живут, в одной реке вода жесткая, темно-синяя, а во второй похожа на как заваренный чай. И даже говорят, что можно там просто помыть голову без шампуня, и она будет совершенно чистая. То есть настолько мягкая это водичка в той, в реке. Это в той, которая как заваренный чай? Да, это в той, где такая более коричневая водичка. Далеко ли от Жыткавіцкага Пагост находится? От Турова 9 километров. А, то есть можно ночевать в Турове, туда проехать, допустим, той же зимой, покаледовать, там поговорить с теми жителями, очень интересно, настолько там, да, все, да, легенды расскажут, все поддания расскажут, вернуться, допустим, в Туров, переночевать прекрасно, или в гостиницу Туровщина, или мне нравится очень у них жилой комплекс Струмень, домики потрясающие, на 10 человек, на 12 человек, рядом река, осенью, если поехать, тут же цапли взлетают, там, ну, настолько красивые места, что там не побывать, это просто, это не хамельчане, я считаю. Да. Андрей, ну давайте про забудову, когда мы говорим. Уже поговорили про драўляную забудову. Ну, или поговорили про Жыткавіцкі, что можно убачить на пасожжы Паднепроўі? Вот это уже совсем другая драўляная архитектура, ну, так, правда? Она отрозневается. И корунки драўляные іншие. Іншие совсем. Не такие, как на Полесе, на Усходнем, на Центральном. Они отрозневаются. Пасожжа в уголе регион уникальный для Беларуси. С пограничья Гомельщины, Брянщины. Мы николи не развязывали это регион, он один. Я попрошу нашего режиссера на экран вывести эти малюнки прыгожие. Протягивайте. Вот, но это Добруш, это Ветка, это Речица, судовнейшая архитектура. И тому мне подается, что это никого не покинет равнодушным, наша драўляная архитектура. Ну, я особо не буду триматься этой темой, потому что это особная оговорка. Я зразумела. Да. Какие, вот скажите, вот сидят гомельчане и пытаются, Андрей, а куда найперш отправиться на Гомельщине?
На Гомельщину? От зараз. От, у ближайшие выходные, как Витя каже. Витя то скажет в Марковичі. Ну, это ясно, что в Марковичі. До речі, а чому мне? Чому б не в Марковичі? Только не одразу в Марковичі. Вот, открываю секрет. А уже люди ездят на ровери и старая Черниговская дорога. Та дорога, якая традиционно связывала Гомель с Чернигом. Мы ходили в Киев по ее, и ходили в Чернигов. Да. А что это за дорога? Да она вот зараз не самая центральная, а Леторная. Мы одразу с Гомеля поворачиваем в Белицы на Караневскую. И да. Контакузовка, Рудня-Прибытковская, Песочная Буда, Хуторанка, там чудовная каплица на могилках, незабывные два крыжи оброчные, наступная Грабовка, наступная Рогилецкие, наступная Маркович. Ну, Маркович, Гадич, вот тады Добрянка, и пошел, а пошел. А Чаротянка, чему бы не завитать как раз на Чаротянку, правда, поглядеть в Ну, это речи, помеж Марковичем и Гадичем, так, у нас еще заховался вот это Катерининский шлях. Это частка дороги, так, якая и... Где еще древо не повырезали. Это да. Те березы, так? С тих часов? Не уже с тих часов? Ну, там не березы, там уже растут тополі. Одинная береза заховалася у вёски, у поселку Рогилецкий, так, это перед могилками. Там ставили и табличку оховную на эту березу, это одинная береза, которая заховалася, так. Але вот цікаво, это Катерининский шлях тем, что когда робили реконструкцию моста, там речечка протекает помеж этим, так, и бульдозеры рыли обводный канал, так, то под дорогой, так, вот под этой насыпью. Там вельми цікавая, ну, сама структура насыпи. Так, первая идет песок, тады валуны, тады идут вот такие вот дубовые бервенни, причем они вельми, ну, не сгнили ничего. Так, и потом еще раз насыпь и брусчатка поверху. Если вы все это, уважаемые телезрители, хотите увидеть, отправляйтесь как минимум в Гомельский район. Спасибо, да. Виктор. Дорогие друзья, на повестке дня вопрос, который задал Андрей Скидан, коли ласка, я еще раз пропануйте его. Где на территории сучасного Гомеля находится старожитный помник архитектурный, подкресливает? Вот это слово архитектурный, а оно не сбивает. Не дарма его, трохи он с провокацией, архитектурный. Так, так. И кто я мужу... скажет, что это не архитектура, нехай перший кинь у меня этим помником. Это не махчим, Андрей, зарабить, по-перше. Так, значит, этому помнику мы забылися сказать, что 2500 годов. Телефонуйте 34-22-43. Залюбуется тобой Хайдарина. До калины, до зеленой, до калины, до зеленой. Три зязюли по весне прилетали, три зязюли по весне прилетали. Весной зовут.
Дорогие друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель». Кстати, интерактивная программа, в которой принимаются телефонные звонки. У нас еще открыт вопрос эфира и принимается сообщение в Вайбер. Сегодня у нас в гостях замечательные люди, и мы говорим о достопримечательностях Гомельской области. Кстати, Тамара, спасибо вам за песню. Скажите, пожалуйста, а вот в каких районах Гомельской области самые веселые, самые серьезные, самые голосистые люди? Ну, я думаю, что в Калинковицком. О, да. Это, как сказал Андрей, каждый или Виктор, да, каждый кулик свое болото. Як по-белорусски, кожная книговка свое болото похвалить, так? Так, дякую. Аутюки. Аутюки, сапраўды. Ну, гэта самыя жартаўлівыя. А галасістыя? А галасістыя вёска Капліч. А, ну, зразумела. Так, так, так. Так само Калінкавіцкі район. Калінкавіцкі район. Ну, а если уж совсем обращаться вот к такой достопримечательности, ведь главная достопримечательность каждого места, правда, каждой страны, каждого города, села, это действительно люди. Давайте поговорим о тех людях, судьбы которых привязаны к Гомелю, родились или творчество связано. Это и Анатолий Ярмоленко, правда? Это Александр Градский, это Анатолий Градшанников, Иван Мелеш. Иван Шамякин. Иван Шамякин. Працавал у Прокоповцы наставником. Ну, ведаю, что мой любимый Павел Осипович Сухой, авиаконструктор. Андрей Андреевич Громыко, известный политик. У нас в музее портрет его висит, и все заходят международные делегации из разных стран. Еще не было ни одной страны, которая бы не зашел и не узнал. О, Андрей Андреевич Громыко, известный мистер Нет. То есть, это очень здорово. Прервемся на минутку, Виктория, пожалуйста, не забудьте. Просто телезритель дозвонился. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас зовут? Вера Ивановна. Вера Ивановна, вы хотели бы ответить на вопрос? Да. Какому памятнику на территории Гомеля больше, чем 2500 лет? Андрей утверждает, что архитектурный памятник, но это слово всех гомельчан сбивает. Мне кажется, это дом коммуны. Так, дом коммуны. 2500. 2500 лет. Нет, дом коммуны где-то, наверное, сотню еще не получил, правда? Вера Ивановна, вы на проводе? Да. Так, хорошо, давайте с вами вспоминать новые районы Гомеля. Вот где... Ну, хорошо, еще подумаем. Нет, вы не думайте, давайте прямо вы сейчас называете. С вами. Да. Волтова у нас. Нет, Волтова не подходит. Доброе слово. Доброе. Давайте еще. Да. Новый район. Четвертый микрорайон. Так, нет, это не то. Другим давайте, Баку. Давайте туда, к Речицкому шоссе, к проспекту Октября ближе. К Речицкому шоссе? Да, микрорайон новый. Горка шведская. Вот. Шведская горка. Так это правильный ответ, Вера. Связано со шведами, но 2500 годов. Ну, да, не знаю. Вера Ивановна, уважаемая, только что... Мне интересно с вами пообщаться. Прекрасно. Вера Ивановна. Спасибо за все. Вера Ивановна, уважаемая, только что вы правильно ответили на вопрос. И вот этот замечательный пригласительный билет в галерею Ващенко, он ваш. Вы выиграли. Да. Действительно, памятник архитектуры, ну, которому... Как его получить? Вы приходите на телевидение Пушкина 8. Вам сейчас редактор на телефоне расскажет. Все расскажет. Да. Завтра. Конечно, да. Приходите и сходите вдвоем. Договорились. Ну вот видите. Да. Да, каверзный. А что? Каверзный, все у нас такое каверзное. Андрей, а мы вот видите, все люди интересные. Гомельщина вообще на интересных людей богата, правда? Продолжаем. Павел Осипович Сухой.
Андрей Макаёнок называли? Андрей Макаёнок, Иван Мелиш наш, это просто... Лев Семёнович Выгодский, это обязательно, потому что и дом сохранился, где жила семья Выгодских, и в каждой экскурсии мы всегда об этом говорим, и показываем, и рассказываем. Всегда, ну, Румянцевы, Паскевичи. Это понятно, без этого. Черторыйские князья. То есть Шабуневский. Станислав Шабуневский. Да, означается. Да, и выставка у нас, да, посвящена ему. Вот Леонид Александрович Шемитко, великий математик наш. Абсолютно точно. Так. Долго можно Отто Шмидт, кстати, по-моему, тоже, да? С Могилевской? Ну, близко, рядом. Мы колисти были в Могилевской губернии, можно сказать. Так, зразумели. А вот есть ли такие маршруты, которые... Туристические маршруты, которые знакомят именно с известными людьми, чьи судьбы связаны с Гомельской областью? Дело в том, что любая экскурсия, самая даже маленькая экскурсия по городу, она включает в себя обязательно знакомство с теми людьми. Как можно проехать по историческому центру города и не рассказать про Выгодского? Это невозможно просто. А те же даже, которые немножко мы их вспоминаем, допустим, ну хоть косвенно, но они связаны, допустим, того же Александра Розенбаума мы всегда вспомним, если едем по проспекту Ленина. Ну, естественно, там же Павел Осипович Сухой, это естественно. Сквер Громыка тут же. То есть в любой экскурсии все равно мы вспоминаем наших, даже современных, даже нашего рэпера Серегу. Ну как можно проехать по Волотавине и рассказать, что там снимали клип на его песню про Лялю в том доме на Мазурово. То есть, ну поэтому, естественно, всегда, даже о самых вот уже таких современниках наших, всегда вспоминаем в любой экскурсии. Поэтому конкретно таким маршрутом, чтобы сделать именно только о земляках, даже вот и не задумывались, если честно. Вот именно, чтобы... Потому что, ну, это вся экскурсия. Это те же Румянцевы, те же Паскевичи. И тут же переключаемся... Виктория, а сколько мы сегодня вам предложений сделали, да? И на обряды выехать в следующие, в будущие годы. Правда, сейчас уже... Хотя тут сказали, вот, пожалуйста, Гомельский район. Правда? Рыхтуй сани летом. Так. Мы очень надеемся, что ваши планы с планами и желаниями всех жителей области... Маршрутов очень много. Есть что показать, есть что... У нас в Гомельщине у нас одна нехватка. Это, я знаю, что управление наше спорта и туризма над этим мучается, скажем так, и борется с этим. У нас не хватает просто экскурсоводов. У нас очень больная тема. Если вот сравнить в Минске, только 400 экскурсоводов по одному Минску. 400. А куда можно прийти тем людям, которые хотели бы? Может быть, это волонтеры? У нас есть фест экскурсоводов. И люди добро ушло. Специальность на историческом. Есть специальность, есть музейщики, да. Но дело в том, что чтобы стать просто экскурсоводом, у нас не так-то просто сейчас в республике, даже в том же Гомеле. Нужно обязательно поехать в Национальное агентство по туризму, сдать аттестацию. Она не такая легкая, не все ее сдают. Даже выпускники бывшего университета Сухого, где был специальность туризм, и то ее не сдавали. С первого раза. Там все серьезно, на очень высоком уровне, потому что готовят экскурсоводов очень значимых. Поэтому у нас вот в этом проблема. У нас на Гомельщине экскурсоводов не так уж, но у нас совсем их мало. А вот Виктория, у нас в музеях только 5 всего лишь. Ну да, конечно, есть такая проблема, но ведь каждый из жителей области может для своих друзей стать экскурсоводом, правда? Конечно, заинтересоваться. Тем материалом, можно почитать, который рассказать, конечно, но когда вы есть профессиональный историк, то, конечно, это совсем по-другому. Есть спрос. Есть, приходят вот семья из Москвы, нас 5 человек. Покажите нам, расскажите, провезите по Гомельскому району, покажите ваши обряды, покажите вот все. Но, понимаете, действительно не хватает просто не хватает ни рук, ни сотрудников, ни машин. Действительно, все это организовать, созвониться, чтобы все вышли, показали. Поэтому проблему вот обозначили, проблема. Теперь нужно работать в этом направлении. Мы работаем, ну что ж, дорогие гости, время нашей программы, к сожалению, завершается. Я хочу поблагодарить вас, Тамара Макушинская, Андрей Скидан, Виктория Заяц, Виктор Шипков. Дорогие друзья, я вам желаю приятных путешествий по родному краю. Сейчас лето, очень здорово, тепло. Посетите все районы Гомельской области по выбору. И вы почувствуете себя прекрасно. Это был «Добрый вечер, Гомель». Я ведущая Елена Троценко. До встречи.